Не принимайте на свой счет ничего, кроме денег. Чтобы похудеть, нужно три вещи. Тренажер, недожор и хороший ухажер. Если женщина не скрывает своего возраста, значит она нагло довольна собой. Если меня не баловать, я начну баловаться сама. Дела шли хорошо, но неизвестно куда. Самое идеальное женское состояние до фонаря. Светло, тепло, сказочно. У меня растет живот. Может, кто-то там живет? Нет, ответил мне живот. Просто кто-то много жрет. Это у вас как надо, а у меня как хочется. Женщина должна быть как мед. С одной стороны мягкая и сладкая, а с другой влип так влип. Сегодня моя работоспособность вообще не пришла со мной на работу. Сидишь, сложа руки на пузике, и ждешь чуда. А чуда все нет и нет, зато есть пузико. Если вы моете мои кости, то соблюдайте технику безопасности. Ну, чтоб в горле кость не застряла. Если у тебя нет проблем, проверь, есть ли у тебя пульс. Холодных женщин не бывает. Бывают мужчины с сырыми спичками. Бакалявра – это женщина легкого поведения с дипломом высшего учебного заведения. Ленка, а давай с тобой напьемся и уедем нахрен куда-нибудь. Легко, а куда? Неси коньяк, сейчас узнаем. Если зеленый чай с мелиссой не утолит все ваши печали, открывайте шампанское. Хочу деньги-бумеранги. Я их трачу, а не обратно. Не стоит срывать с людей маски, вдруг это намордники. У кого-то печалька, а у меня пофигулька. Бывает, хочешь послать человека, а глянешь на него и понимаешь, он уже везде был.